Омская региональная телерадиокомпания. Омское общественное телевидение. Всеобщий охват около 2 миллионов телезрителей. Более 20 филиалов и корреспондентских пунктов. Более 30 социально ориентированных программ собственного производства. Основное преимущество 12-го канала по сравнению с другими телевизионными компаниями области – ставка на эксклюзивные трансляции ключевых событий жизни региона. За последний год проведено более 100 прямых трансляций. Ведущими праздничных событий становятся звезды отечественного шоу-бизнеса. Для ведения новогоднего эфира был приглашен народный артист России Михаил Боярский, а Международный женский день зрители 12-го канала встретили в компании известного российского актера Алексея Маклакова. Редакция программы «Час новостей» ежедневно рассказывает зрителям о событиях в регионе. Десятки обращений граждан на бездействие и произвол властей, разгул преступности и личные драмы становятся темами для новостей. Традиционными стали интервью с известными личностями в прямом эфире. Героями программы «Первые лица» были Александр Проханов, Сергей Крикалев, Владимир Шаманов, Владимир Мединский, Николай Стариков, Сергей Доренко, Александр Сокуров и многие другие. С деятелями культуры, искусства и спорта зрители смогли пообщаться в программе «Звездный полдень». Евгений Евтушенко, Леонид Якубович, Надежда Бабкина, Федор Емельяненко, Елена Ваенга, Николай Валуев, Дмитрий Губерниев и многие другие уже побывали в студии 12-го канала. 12-й канал, первый региональный.